Ванька, привет! Тебя прошла проведать твоя слепая курица. А чё пешком? Могла б прям здесь припарковаться. В палате меня еще никто не сбивал. Опасность столкновения. Опасность столкновения. Что это? Не обращай внимания. Это я себе купил парктроник для безопасности. Ты на меня обижаешься, да? Нет, конечно. Я ж знал, что за рулем ты. Мог бы в это время переждать в бункере. Извини, я тебя просто не заметила. А-а-а, вот зачем мама говорила, кушай, Ванечка, вырастешь большой. Это чтоб в будущем ты меня заметила и не сбила. Я виновата, но ты тоже хорош. Ты видел, как ты машину помял? Ай-яй-яй-яй, какой я неаккуратный, а? Не успел среагировать и выставить пузо, чтобы машине было мягко. Ну чё ты? Ну я же не затупила и сразу начала тебя спасать. Да? А ну-ка напомни, что ты сделала в первую очередь? Скинула мою фотку в Инстаграм! Я же там написала, сбила мужа, что делать? Ты видел, сколько твоя фотка лайков набрала? Я прям чувствовал, как с каждым лайком мои кости срастаются. Потом какая-то бездушная скотина взяла и вызвала скорую. Ваня, это я вызвала. Мне в комментах посоветовали. Сердца у тебя нет, Аня. Между прочим, я сегодня весь день ходила и думала, что бы тебе такое принести, чтобы тебе тут было не скучно. И вот. Твист. Спасибо, дорогая. Всей травматологией будем играть. Но уже завтра. Сегодня договорился с мужиками в футбол побегать. Какой футбол? Ты в гипсе. Ты не переживай, я на воротах постою. Ваня, тебе нельзя стоять. Давай я за тобой поухаживаю и отвезу на перевязку. Слушай, а нафига нам этот крюк? С твоим везением, вези меня сразу в морг. Ваня, что ты психуешь? Раньше ты был поспокойнее. Что-то успокоительное перестало действовать. Я на твоем месте отсюда бежал. Доктор, тут пациенту плохо. Здрасте, коллега. У вас случайно не ветрянка? Бо я ж не болів. Нет, у меня перелом всего тела. А у вас, я смотрю, тоже травма серьезная. Та, йшов в больницу з насморком, а мене на пішохідному переході одна блондинка збила. На білому Фольксвагені. Номера АА5506МЕ? А ви звідки знаєте? Я знаком з її бампером так же близько, як і ви. Вона що, теж вас збила? А-а-а, серійна збивачка. Надо її по судах затягати, щоб в неї взагалі не копійки не було, щоб її папік знав, які їй права купляти. Не надо, в смысле не получится. Я пробовал с ней судиться, у нее столько бабок, що вона лишила мене не тільки водительських, но і родительських прав. Я свого доб'юсь, я буду йти до кінця. Не зв'язуйтесь з нею, спочатку у мене була сломана тільки рука. І ви не заявляли в міліцію? Заявил. От этого переломов только прибавило. А вот и она. Женщина! Я люблю своих детей! Я ничего не скажу! Отпустите меня! Кто это? Я никто! Забудьте меня! Я лучше дома долечусь! Ганя, дай сюда ключи от машины. Ладно, на. Это ключи от гаража! Не догонишь, не догонишь! Yeah.